Я учился в миссийской школе. Хочу рассказать, как основали эту миссийскую школу. В те годы на территории Южной Кореи из-за границы, из Америки, из других стран приехало 520 миссионеров в Южную Корею. Среди 520 миссионеров, которые были в Южной Корее, были те миссионеры, которые родились свыше, получили спасение. И они, приехав в Корею, увидели, что да, за границей им рассказывали о том, что Корея является восточным Иерусалимом, о том, что растет церковь, и что рано утром собираются многие братья и сестры. Однако, когда они сами приехали в Корею, они увидели, что многие люди не освободились от греха и страдают, и мучаются. Однако, миссионеры не знали, как помочь корейцам. И, в конце концов, миссионеры примерно 6-7 миссионеров собрались и постились целую неделю и молились перед Богом. И в конце этого поста они решили, что открыть нужно миссионерскую школу. И они основали миссионерскую школу, куда я поступил и где я научился именно служению. И среди миссионеров, которые основали эту миссионерскую школу, был миссионер из миссии WEG. Это миссия Войны Христа, очень известная миссия из Великобритании. Миссия, которая отправила трех тысяч миссионеров за границу. Это очень интересная была миссия, и главой этой миссии является Норман Град. И господин Норман Град, он поехал в Японию, в Токио по делам и в аэропорту Ханеда ждал самолет, который должен был вернуть его в Великобританию. И там он встретился со специалистом по вопросам молодежи, с господином профессором Джерджи Альбис. И поскольку они иностранцы, они, естественно, познакомились и начали разговаривать о разных вещах. И потом профессор спросил, а вы откуда? О, я из Кореи. А как вас зовут? А, меня зовут Норман Град. А вы, случайно, не глава миссии ВЭК? Да, я есть главой этой миссии. Я госп... Тогда господин Альбис он очень сильно удивился и пастор спросил: "А вы кто? Я профессор Альбис. А, так вы тоже известный специалист по вопросам молодежи. Они были очень известными, но не знали друг друга и так они познакомились. И профессор спросил: "А скажите, что вы делаете здесь?". А, у меня были дела и поэтому я вот возвращаюсь сегодня домой. А вы профессор? А, я еду сейчас в Корею проводить семинар. Вот как? И Господин профессор Альвис спросил у Норманграда, очень известного человека, они были очень рады познакомиться, и спросил, а вы были в Корее? Нет. И профессор говорит, вы же глава большой миссии, почему же вы не ездите в Корею? И профессор начал умолять, что господин Норман, он был вынужден поменять билет и полетел в Корею. И господин Алис сказал о том, что там собирается 2000 человек. Да, давайте передадим слово. И он должен был говорить, но сказал, дорогие участники конференции, вы очень благословенные, потому что господин Норман очень известный да, человек, основатель миссии, который выпустил трех тысяч миссионеров, сегодня находится здесь и передал свое время господину и господин Норманград думал, что все участники конференции получили спасение. И он начал рассказывать о Духе Святом, о его деянии. Но странно, когда пели гимны, да, тогда все активно пели. Ну, пришел очень известный проповедник, но во время его слова все спали. Два дня прошло, и на третий день Норманград, он подумал, как это могут спать во время проповеди? И поэтому спросил переводчика, скажите, пожалуйста, как вы переводите? А как я перевожу? То, что вы говорите, я и рассказываю им. А как вы сегодня переводили? Вот так, вот так, вы же говорили, я об этом и перевел. Да, вроде бы правильный перевод. Тогда, после вечернего собрания, да, да, люди кричат, ой, Господи! И тогда он подумал на третий день. Вы, конечно, просите меня, но Поднимите руку, пожалуйста, кто поверил в Иисуса Христа и, и а, чьи грехи Амэта белеснейка. Представляете, собралось 2000 человек. Но 3-4 человека подняли руку, а потом отпустили. Тогда он понял, ничего себе. Да, он был сильно удивлен. И... После конференции он вернулся в Великобританию, и в самолете он молился. Господь Бог, пожалуйста, вспомини да, эту страну Корею. И он взял с собой до двух братьев и отправил миссионерами в Корею. На самом деле, да, вроде бы церковь росла в те годы. Многие люди собирались рано утром, но. Да, Иисус пришел для того, чтобы освободить нас от греха. Но не было людей, которые родились свыше. Да, они со слезами возвращались домой. Но, честно говоря, мне не очень понятно, почему они вернулись просто. Почему не передавали слово? Да, есть такие тоже моменты, конечно. Наверное, мы бы не остановились бы на этом. Приехали. Миссионеры, мы жили вместе, и очень ясно нам рассказывали слово Евангелие. Но в последнее время, знаете, за что мне больно на душе? Миссия Уэг, да, господин Норманград умер. А сейчас все церкви да, стали такими же, как в этом мире, и говорят одинаково, что они грешники. Да, получив прощение грехов, теперь нет церкви, которая так ясно передавала бы Евангелие в последнее время, да, церкви, которые имели Евангелие, их становится все меньше и меньше кровью Иисуса Христа, чтобы получить прощение грехов, церковь, в которой происходило бы подобное деяние, знаете. Церковь становится такими же, как в этом мире. И очень быстро впадает в грех. Этот Евангелие может 10 лет, может 20 лет, 100 лет пройдет. Сможет ли оно сохраниться? Потому что с большой скоростью Сатана делает, чтобы это Евангелие впало в грех, чтобы это Евангелие исчезло я благодарен Господу Богу, потому что в 2017 году в Нью-Йорке молодые наши братья посетили 2000 церквей, которые есть в Нью-Йорке. И когда они посетили церкви, они были очень сильно удивлены. Знаете, вообще теология началась с Германии, и я перешла в США, И если пройдет 30 лет, то церковь в США будет в таком же состоянии, как церковь в Германии. А если пройдет 30 лет, тогда корейская церковь будет такой же, как церковь в США. Если поехать в Германию, знаете, есть многие большие молитвенные дома, которые раньше использовали как церковь, но сейчас же они используются как бар, используются для других целей. Многие церкви с большой скоростью начинают рушиться. И даже в США. Десять лет тому назад было не так, как сейчас. Знаете, Молодые посетили 2000 церквей. И в многих церквях нет служителей. Да, естественно, там в Америке служители живут отдельно от молитвенного дома, но многие идут на работу. В Манхэттене. Да, в тех местах, где собирались тысячи людей, сейчас собирается 15 человек. И в Америке сейчас в церкви только пожилые люди. Знаете, вчера мы тоже собирались. Я был так благодарен. Нашей церкви, да, только детей. Да? Говорят, что дети, учащиеся в третьем-четвертом классе, их 30 человек И выступали. И так было красиво. Нигде. Мне кажется, в Сеуле нет церкви, где было бы так много детей. С большой скоростью. Да, это Евангелие о рождении свыше. Сатана хочет разрушить. Для этого устраивает множество гонений. Но к нашему удивлению, Господь Бог в 2017 году в Нью-Йорке, в США, когда мы проводили СЛФ, пришло 700 служителей. И на протяжении одной недели я передавал это Евангелие. Знаете, американские служители немножко отличаются от корейских служителей. Например, корейские служители, да, они вот так вот слушают, слушают. А потом, когда у них спрашивают, когда вы получили спасение, они говорят, в шестом классе. То есть и продолжают потом повторять те же слова, которые мы говорили. А вот служители в Америке, они очень честные. И говорят, пастор, я не был да, рожден свыше. Я был да, не настоящий верующий. И только в этот раз я уверовал. И теперь я тоже могу передавать Евангелие, но служите миссии Good News, они лучше могут проповедовать, поэтому я хочу пригласить вас, чтобы вы передавали слово. Братья и сестры, послушайте их слово. И тогда, да, они приглашают наших служителей и проводят семинар. В этот раз я был в Тогу, Знаете, в субботу я собрался перед трех тысяч служителей, чтобы проводить форум христианских лидеров, а в воскресенье утром в семи церквях меня пригласили, чтобы я передавал слово, и поэтому вместе с братьями мы разделили церкви, и там мы проводили семинар. А вечером в воскресенье, где-то 10 часов вечера, Некоторые служители пришли в гостиницу, в котором я остановился, и мы вместе изучали Библию. Это было очень сильно впечатляюще. Знаете, это Евангелие передается. И когда мы получаем прощение грехов, между, та стена, греха, которая была между мною и Господом Богом, она разрушивается. И тогда то сердце, которое у меня никогда до этого не было, начинает образовываться внутри меня. И это в Исаии 59 главе написано, «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не тяжело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и их грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Здесь ясно говорится о том, что именно грех. Да, человек читает Библию, читая одну и ту же книгу, но глаза спасенного и глаза грешника видят совсем иные вещи. Знаете, однажды я был в Эфиопии. Да, мне позвонил один директор университета. Пастор Пак, да. Чтобы с вами встретиться, мне нужно будет ехать 13 часов на машине. Когда я к вам приеду, вы встретитесь со мной, тогда я приеду, если вы встретитесь. Я сказал, приезжайте. И он приехал. И он долгое время ходил в церковь. И я показал римлянам 3 главу, 23 стих. И я сказал, вот, посмотрите. Он сказал, я хорошо знаю это слово, потому что все согрешили лишены славы Божьи. А 24 стих. Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Я спрашиваю, что там написано? Он говорит, надо усердно молиться, тогда можно получить прощение грехов было так смешно. В корейской Библии да, написано сначала «искуплением во Христе Иисусе», а вот в других языках написано «получая оправдание даром». То есть там первые слова «получая оправдание даром». Я сказал, где вот вы прочитали такие слова? Если усердно стараться исполнять воскресенье, тогда можно стать праведным. Так удивительно. Вот 23 стих, да, очень хорошо знает, а вот 24 стих, который идет следом, многие люди не знают, к сожалению, это слово. Знаете, если почитать книги, которых написали очень известные люди, да, так интересно написано. Да, они начинают трактовать Кремляна, но пропускают некоторые слова Евангелия. Почему? Потому что они не могут понять, как это я, будучи грешником, могу сказать, что я праведник. Да, и так интересно написано лекции о том, что они обо всем рассказывают, а вот именно те места, где написано, что мы святы, что мы оправданы, они пропускают. К на 3 главе, написано на 23 стихе, «Все согрешили, лишены славы Божьей». И об этом все знают. А вот то, что идет следом, да, получая оправдание даром, поблагодарить Его искуплением во Христе Иисусе. Бог говорит, что мы оправданы, однако об этом многие люди не знают и продолжают говорить, что они грешники. Здесь нет сложных слов. Здесь написано, что искупление во Христе Иисусе. То есть, потому что Иисус Христос умер на кресте и даром. Мы стали праведными. Вот о чем написано. Да, вроде бы ректор университета, да, который очень образованный, скорее всего. Но, читая это слово, они говорят, о, надо усердно стараться, чтобы получить праведность, нужно покаяться. Вот о чем они говорят. На что это похоже? Сегодня, когда родился Иисус Христос, Он, ангелы явились в Алхам и сказали, Почему пришли в волхвам, но не к Ироду? Смотрите, если бы ангелы явились, да, Ироду? Смотрите, Ирод хотел убить, наоборот, младенца, когда волхвы сказали. То есть Господь Бог знал о том, что Ирод будет убивать. И поэтому он сказал не Ироду, а волхвам с востока. Пришел один и тот же Иисус, однако... Уши одного были закрыты, а волхвы пришли, да, в Вифлеем, чтобы поклониться Иисусу. Смотрите, также в нашей душе, да, есть человек, который имеет сердце Господа Бога. Да, читая одну и ту же Библию, не нашими глазами мы должны смотреть, а именно мы начинаем видеть сердце Господа Бога. И когда сердце Господа Бога соединяется со мною, тогда я вижу, как удивительным образом Бог действует. И это есть драгоценное благословение, которое Бог дал нам. Знаете, те люди, чьи сердца закрыты грехом перед Богом, поскольку у них нет связи с Господом Богом, их, поэтому хотят читать Библию, но злой дух действует в них. Поэтому, да, в Кремле она в 3 главе, 23 стихе написано, потому что все согрешили, лишены славы Божией. А 24 стих говорится, получая оправдание даром, поблагодать его искуплением во Христе Иисусе. Точно написано, получая оправдание даром. Кто так сказал? Бог по благодати, именно даром. Другими словами, мы ничего не сделали, но Он нам оправдал. Если бы был наш труд, наше усердие, это не благодать. Но Бог же дает по милости, по благодати. Да, Он Если, например, мы что-то сделаем, тогда мы погибнем. Но мы ничего не сделали, но Он нам дает. Однако продолжают сегодня в церквях говорить о том, что мы должны стараться, мы должны трудиться. То есть противоречат той Библии, которую мы читаем. Мы ничего не сделали, но через то, что Иисус Христос сделал. Когда мы принимаем сделанное Иисусом дело в наше сердце, да, если мы вкладываем наш труд, наши усилия, это все происходит от дьявола. Когда служители передают слово, да, бывает, что нам непонятно, как это? Да? Надо покаяться же, надо же трудиться. Они спрашивают. И так размышляют. Однако, если мы что-то сделаем, тогда это будет не по благодати, это будет заслуга наша. Поэтому в Кремлянам 4 главе написано, не делающему, делающему вменяется не по милости, а по долгу. Господь Бог, Он же хотел дать это спасение по благодати, по милости. И поэтому, если мы что-то сделаем, то Бог так сделал, чтобы мы ничего не смогли получить. Почему? Потому что делающему дается не по милости, а по долгу. Господь Бог, когда давал это спасение, Он дал нам по милости. Господь Бог дал нам глаза, нос, ухо, рот, дал красивое лицо, дал здоровые руки. Он дал все по милости. И когда мы получаем прощение грехов, это же еще, независимо от нашего долга, Он дает нам по милости. Поэтому, если мы что-то будем делать, ни в коем случае мы не сможем получить. В Теджоне у нас есть один брат, и его мама Тогда ей было 80 с чем-то лет. Она хотела в преститутарскую церковь и называет нас еретиками. Конечно, жалко, что она так к нам относится. Тогда ей было 80 с чем-то лет. И в молодости она была государственным работником, естественно, она была очень да, образованной и умной женщиной. И как бы сын не предлагал, да, она не слушала его. И однажды сын сказал, мама, знаешь, в городе плохой воздух, давай поедем вместе на гору отдохнем, в свежем воздухе. И сказал, хорошо. И они сели в машину. И поехали вот в зал да, на город Тайдок, где проходит конференция. И когда она поднялась на конференцию, она видит, что многие люди собрались. И она поняла, что здесь проходит конференция. И тогда она начала ругаться. И сказала Сын, Мама, ну ты приехала на конференцию. Давай ты встретишься с пастором Усупаком. И она говорит: Ты думаешь, что я не смогу с ним встретиться? Конечно, я встречусь, не проблема. Итак, мы встретились с нею. Я задал ей вопрос. Скажите, вот вы же говорите, что вы грешница? Естественно, я грешница. Только такие еретики, как ты, говорят, что они праведники. Нужно иметь совесть. Вы же грешите. Как можно сказать, что у вас нет греха? Да, я хотел про себя сказать, вы перед Богом об этом скажите, но потом промолчал в 53 главе 6 стих. Я сказал, посмотрите, а там написано, «Все мы блуждали, как овцы, как совратились на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Я сказал, прочитайте это слово. Она прочитала. Да все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Я у нее спрашиваю, вы все равно грешница? Она говорит, конечно. Тогда я сказал, прочитайте еще раз слова. И она начала читать, да, все мы блуждали, как овцы, сородились каждый на своей дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Я спрашиваю, вы все равно грешница? Она говорит, конечно, только такие еретики, как ты, говоришь, что праведники. Я сказал, почему же вы не верите в слово? Она спрашивает, как это я не верю в слово? Это ты не веришь в слово? Я спрашиваю, во что вы верите в Библию? Она говорит, в 66 книг Библии я верю. Скажите, что написано в этом слове? Она прочитала еще раз и удивилась. Да, точно, мы, как овцы, совратились каждую на свою дорогу, согрешили, но Господь возложил на кого? На Иисуса наши грехи. А, Иисус Христос, Он взял на Себя наш грех, оказывается. Она прочитала. Я ей сказал, нужно внимательно читать Писание и говорить. Она очень сильно удивилась. И я сказал, вы же не знаете Библию, почему же вы так говорите? Думаете, только там написано об этом? Да, во многих местах написано подобное слово. римлянам, 3 глава 24 стих. Там тоже ведь написано, что оправданный. Если Бог оправдать, значит мы оправданы. Зачем нам добавлять туда наши мысли? Однажды я поехал в Теджон, встретился с ее невесткой и спросил, как она поживает. И сказали, да, что она хорошо поживает. Она уже в возрасте, и она не может часто выходить на улицу. Я ей позвонил и спросил, как у нее дела. И она, говорят, что зовет своих друзей, да, и спрашивает, ты праведница или грешница? и передает Евангелие. Я был так благодарен. Знаете, Наш Господь Бог, Он явил милость свою, и мы проводим форум христианских лидеров. И в Нью-Йорке мы собрали 700 служителей, провели форум. И все они получили спасение, очень сильно радовались. В 2018 году в Гонконге собралось 1150 служителей, знаете, и они тоже очень радовались. В первый день да, участвовал ректор теологической школы. Я передавал слово. И, знаете, после моего слова он поднял руку и сказал, у меня есть вопросы. Да, задавайте. И говорит, знаете, теологи говорят о том, что вопрос спасения очень сложный. И... Разве можно такие сложные вещи говорить такими простыми словами, как вы? Я улыбнулся и, и сказал, те теологи, которые не знают Библию, они скажут, что вопрос спасения сложный. Но те, которые знают Библию, теологи скажут, что вопрос спасения очень простой. Почему? Например, принесли воду и говорят, отнесите это в вино. Это сложно или просто? Конечно, сложно. Человек, который болел 38 лет, если ему сказать ходить, это сложно или не сложно? Конечно, это сложно. Дочь Иаира умерла, а говорят, что она спит. Это сложно или не сложно? Конечно, сложно. Вся Библия так устроена, что сложно, что невозможно понять головой. Поэтому, если мы будем пытаться верить, понимая слово, написанное головой, это очень сложно. Знаете, почему тяжело или сложно? Потому что хотим головой понять. Я же просто поверил. Если Иисус говорит вино, значит это вино. Если Иисус говорит спит, значит спит. Аминь. Если Иисус говорит, что оправдал, значит оправдал. Зачем туда добавлять наши человеческие мысли? И 1150 человек сказали Аминь. И ректор, да, он покраснел и потом в тот день получил спасение. И потом попросил, чтобы мы помогли вести его теологическую школу, и мы хотим помочь ему. Сатана дает нам мысли, чтобы мы не могли просто поверить в Библию, а добавляли свои мысли. В моих мыслях? Да, я точно грешину, как Я могу сказать, что я праведник. Только еретики говорят, что мы праведники. Я же грешу. Да, совершенно верно. Мы грешим. Но те люди, которые грешат и остаются грешниками, потому что у них нет Христа. До Христа, да, если мы согрешились, значит мы грешники. Но если есть крест, в котором умер Иисус Христос, мы становимся праведниками. Потому что если Иисус умер, но если мы остались грешниками, значит Иисус провалил свое дело на Христе. Да, однажды во время семинара в городе Тегу пришел журналист из газеты Тегу и говорит, пастор, дайте, пожалуйста, полчаса, я хочу у вас взять интервью. И он спрашивает, пастор, скажите, в чем разница между вашей церковью и другими церквями? Я сказал, ой, господин журналист, как это можно за несколько слов да, рассказать? Но он попросил, пожалуйста, можете вкратце рассказать различия? Я спросил, вы ходите в церковь? Он говорит, нет, не хожу. Ни разу не ходили? Нет, ни разу не ходил. Но вы слышали о том, что Иисус Христос умер на кресте? Ну, конечно, пастор, об этом я знаю. А почему Он умер на кресте? Но ну, говорят о том, что Он умер за наш грех. Совершенно верно, вы правильно говорите. Иисус Христос умер за наш грех, и мы говорим, что мы омылись. А от других церквей говорят, что Иисус умер на кресте за наш грех, но все равно остается грешниками. Правильно? Вот самое большое различие. Тогда журналист, очень сильно удивился и спросил, правда, в других церквях говорят, что они грешники? Я сказал, вы спросите у ваших знакомых. Правда, они верят так? Я говорю, да, вы спросите сами. Пастор, но тогда во что они верят? Да, человек, который ни разу не ходил в церковь, да, у меня об этом спрашивает. Иисус Христос, мы говорим, что умер за наш грех, но продолжаем говорить, что мы грешники. Тогда нет логики никакой. У всех закрыты глаза. В Библии написано, что кровью Иисуса Христа мы стали праведными, но это слово, вроде бы я читаю, но сатана закрывает глаза, чтобы мы не увидели. И мы заперты в своих мыслях, которые говорят, что я грешник. Однако, когда входит истинное слово, Тогда слово показывает о том, что я свободен уже от греха. И это так интересно. Знаете, люди поют гимны. О дивный день, о дивный час, когда Господь очистил мой грех. Поет гимны с такими словами, а когда молится, говорит, Господи, прости мой грех, пожалуйста. Слава Богу, что это Бог, да? Если бы Человек бы смотрел на эту ситуацию и сказал бы, вы что, с ума сошли? Почему вы говорите только что, что Бог очистил грех, а сейчас потом говорите, что у вас есть грех? Именно поэтому да, нас люди называют еретиками. Они говорят то, что отличается от Библии, поэтому да, для них, которых мы, которые говорим по Библии, кажутся странными еретиками. Многие люди, когда читают Библию, не могут оставить свои мысли и поэтому попадаются в такую ситуацию. И если немножко поразмышлять, я так благодарен. Знаете, как такой человек, как я, смог познать эту истину о том, что грех омыт? До сих пор? Знаете, это так удивительно. Это действительно удивительно. Сатана, он делает, чтобы мы следовали за плотскими и соблазнами. Так дьявол нас ведет. Сатана делает так, чтобы и порой братья и сестры да, попадают в какую-то мысль, противились церкви. Знаете, я сначала не понимал, как такое может происходить, а потом я увидел историю и даже при жизни Иисуса Христа, даже ученик Иисуса Христа, ведь предал Иисуса, так всегда действовал сатана в христианстве. Естественно, и служители, и пресвикторов, дьявол делает да, их своими людьми, и поэтому они попадаются под мысли сатаны и служат сатане. И даже спасенного человека дьявол может использовать. Дьявол, если тот будет верить, что он лучше. Почему же Господь Бог, Он, показал рождение Иисуса Христа именно волхвам с востока? Почему ни царю Ироду, или старейшинам, или фарисеям не мог Бог показать им? Потому что Ирод, когда услышал об этом, он сразу хотел убить Иисуса. Именно даже это Евангелие, да, даже когда мы слушаем Евангелие, Бог может действовать только у тех, чьи сердца близки Господу Богу. Да, люди спешат только осуждать церковь. Поэтому многие люди не могут услышать это драгоценное Евангелие. Однако, как эти пастухи, которые пасли овец, или волхвы с Востока, они же смогли услышать удивительную весть о рождении Иисуса Христа. Почему? у волхов с Востока нет желания убить Иисуса Христа. У пастухов не было желания убить Иисуса. То же самое и это спасение. Если мы откроем наше сердце и будем читать Слово, и будем обнаруживать сердце Господа Бога, да, Бог действует у тех, чьи сердца ищут. Порой даже спасенные люди могут впасть в грех миссия Уэк, миссия Креста Христовой, которая отправила более трех тысяч миссионеров за границу. Сейчас они такие же, как другие церкви. На самом деле, не так много времени прошло. Мы же, да, узнали это Евангелие, это важно. То, что мы получили прощение грехов, тоже важно. Но, соответственно, среди учеников Иисуса, Анани или Сафира, они хотели спрятать часть от продажи земли и создают тьму в церкви, чтобы это Евангелие стало мутным, чтобы противились этому Евангелию и чтобы образовался мир, который отличается от мира Евангелия. Знаете, мне нравилось, что у меня есть Евангелие, и начал передавать Евангелие. В 1969 году в Тейджоне была школа медсестер. И я познакомился с учителями, поэтому раз в неделю я проводил занятия по изучению Библии для учащихся школы медсестер. И один человек, а да, была дочерью пресвитерианской церкви в городе Пуон, и я получил приглашение и поехал туда передавать слово. И было очень хорошо. Мне казалось, что все это снится мне. И потом закончил службу в армии и прошло некоторое время. И если подумать, то время так было хорошо. Был брат, который на один год младше меня, и он женился, и во время свадьбы сделали костюм. Я же да, взял жилет и в красном свитере поехал до да, проповедника. Когда мы приехали, пришли, чтобы встретиться по... Да, конечно, на самом деле он не такой большой город по сравнению с Сиулом, но все равно небольшой город, да? Но нас встретили все в новых костюмах. Я же ни о чем не подумал. А этот брат говорит, давайте переоденемся. Я спрашиваю, а что такое? Он попросил, и поэтому мы переоделись. А этот брат, он чуть побольше был, чем я, и поэтому его костюм был больше для меня. Мы совсем не знали о таких вещах. Просто передавали Евангелие. В той церкви. Многие люди получили спасение. И это было очень хорошо. Почти все братья и сестры, почти 70-80% Они уверовали, я был так благодарен. Каждый раз, когда я ехал в город Тайчжон, я специально посещал эту церковь, я общался и общался. Месяц, два месяца, три месяца прошло. Но я видел, как люди меняются. Но они меняются в сторону закона. Я о многом думал. Ведь точно получили спасение, но почему же так происходит? И потом я понял, что человек, который получил спасение, он должен находиться под служителем, который имеет спасение. Потому что если будет перед служителем, который не имеет спасения, вернется в предыдущую жизнь. И таким образом в 1973 году Инсук родилась в январе 25 числа. И в 73 году, 23 января, когда мы отмечали день рождения Энсук, дочери, да, и потом на следующий день мы поехали в Тегу и начали миссионерскую школу. Да. Знаете, так свободно передавали Евангелие. А когда церковь, да, тогда и братья и сестры попадают под искушение. Такая ситуация тоже образовывалась. Но я видел, как Господь Бог действует, братьев и сестер. Это было вот так прекрасно. Да, когда ты был просто миссионером, да, все должны были просто меня слушать, да? А вот церковь, это уже чуть по-другому. И плохо меня слушали, говорили свои мысли. Но когда это Евангелие передавалось, это Евангелие, передавалась по всему миру, и это было угодно в очах Господа Бога. Уже 160 тысяч служителей да, служили Слово, и епископы, основатели больших церквей получили спасение. США, Латинская Америка, Африканские страны, Европа. Куда бы я ни поехал? И даже в этот раз, когда я поехал в Тугу, Собрались служители для участия на форме СЛФ. 3000 человек собралось, и они слушали слово. И потом я передавал слово на молитвенном собрании, направленном для развития государства. А в Уганде собралось 100 тысяч служителей. И пастор Серева предоставил мне возможность передать слово. Два часа мне дали. И поэтому полчаса выступал хор Грачес, а полтора часа потом я передавал слово. это было очень хорошо. Знаете, они, слушая это Евангелие, удивляются. Даже и сейчас есть люди, которые получают спасение. И также есть люди, которые следуют за своей плотью. Диане Евангелие продолжает происходить. В этот раз даже в Корее. 19 числа мы в районе Йойдо сняли помещение в гостинице, и 500 служителей корейских собрались, и мы общались. И было очень хорошее время. Теперь они начали открывать свои глаза. И это Евангелие по всему миру действительно начинает распространяться. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, даже до края земли. Филипп, он был в Иерусалиме. И в Иерусалиме начались очень сильные гонения. И поэтому все разбежались, и Филипп попал в Самарию. С Стефана убили, Саул убивал людей и сажал людей в темницы. И Филипп попал в Самарию. Ой, надо быть осторожным, нас могут арестовать, нужно быть осторожным, внимательным. Но Филипп же в Самарии начал передавать Евангелие. Расслабленный, да, начал ходить. И большая радость началась в этом городе. Дух Святой потом начинает вести к Евнуху из Ефиопии. И тому он передал Евангелие, и тот получил спасение. Такое деяние произошло. И тогда по всему миру сейчас передается это Евангелие. И через майн образование многие молодые люди соединяются в церковь. И когда я вижу, как Бог действует, знаете, путь открывается, двери открываются. Я когда начинал служение, мне говорили, что я иритик. Я думал, что где-то 10-15 человек будет собираться в церкви, и так мы будем проводить собрания. Но не я, о котором я думал, я, которого хотел видеть Бог, да, оно отличалось. Я был никем. Однако Господь Бог, пока мы передавали это Евангелие, Бог сделал, чтобы это Евангелие могло распространиться до края земли. Бог открывал путь, потому что это было Ему угодно. Дорогие братья и сестры, наш Бог, Он воздухам или волхвам с востока показал, что родился Иисус. И сегодня, в это время, кровью Иисуса Христа, мы получили прощение грехов, и это удивительную весть Господь Бог хотел показать. Люди, которые находятся во тьме, до сих пор, да, они продолжают говорить, Господи, я грешник. Правильно. А также через нас сейчас передается Евангелие по всему миру, и это угодно Господу Богу. Сегодня сестра свидетельствовала. Хоре 2020... Грашес. В 2020, 2000 году, когда я основывал хор Грачес, я очень переживал. Почему? Потому что как вести всех членов хора? Я тогда читал газету Чосон Ильбо. И знаете, что было там написано? О чем писал журналист? О том, что в Корее у нас было очень известное трио, И ежегодно компания SK предоставляла им 500 тысяч долларов для того, чтобы содержать эту трию. Но из-за того, что у них были разногласия, и они разошлись. И журналист газеты Чозаннильбо писал статью об этом. И очень сильно сожалел о том, что эта трио не смогла больше существовать. Там всего лишь три человека. А в хоре врача как минимум 30 человек должно быть. Как же соединить их сердца? У меня не было уверенности, что это получится. Как же их вести? Но в моем сердце появилась такая душа, что этот хор, Да, не надо ни о чем другом думать. Если будет хор петь ради Евангелия, тогда Господь Бог будет благословлять его. Такая вера у меня появилась. Хор теперь живет только ради Евангелия. Знаете, люди удивляются. Знаете, когда мы выступали в городе Саулик-Сити, что сказал брат ведущий? Что это лучший хор в мире. А в этом городе, да, есть центр Мормонской церкви, и там есть хор Мормонской церкви. И они верят, что они являются лучшим хором в мире. Если послушать, да, то незаметно. Но когда послушали выступление, то наш уровень невозможно сравнить с хором Мормонской церкви, потому что звук нечистый, рассеянный звук. Когда мы слушаем просто не, незаметно, а когда внимательно послушать, тогда можно ясно увидеть, как, насколько мы лучше поем. Знаете, ор... когда хор выступал, оркестр выступает два часа. Да, в основном и хор поет, да, в других хорах с э, нотами. А вот оркестр, да, не может выступать без нот. Знаете, мне же было так удивительно. Потому что когда я рядом смотрю, то, знаете, как будто они соединены между собой, да, помнят все ноты и такой чистый звук. Да никто не пользуется нотами. Даже Борис Георгиевич Бальян, дирижер, да, дирижировал без нот. Я не мог представить, что такое возможно. То, что мы можем сегодня делать, все это, это было благодаря Евангелию, воля Господа Бога. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме и во всей Юде, и Самарии даже до края земли. Что угодно Господу Богу, чтобы это драгоценное Евангелие было засвидетельствовано даже до края земли. Филей пошел в Самарию, в Иерусалиме. Был человек, по Сал, который убивал людей, сажал их в темницы, поэтому он подумал, опасно же. Но когда передавал Евангелие, то в Самарии, Самария начала меняться. Да, были противники, были трудности. Однако мы живем ради Евангелия. Даже если мы питаемся, то уже не просто ради себя не ради бизнеса, и, например, люди живут да, только ради бизнеса, но когда мы едим ради Евангелия, оно отличается основательно. И есть им то же самое. Что бы мы ни делали, если мы делаем ради Евангелия, если это воля Бога, тогда во всем Бог будет благословлять. Ученые, волхвы, пришли в Вифлеем, да, принесли золото, ладань смирну. Да, и они сделали, чтобы Иисус мог уйти в Египет. Это были драгоценные люди. Иисус родился в Хлеву, и туда пришли волхвы. А волхвы же сами пошли другим путем. Теперь мы, которые получили прощение грехов, даже если мы едим, мы должны есть ради Евангелия. Если мы спим, если мы одеваемся, если мы едем на машине. Да, я был никем. Но Господь Бог в тысячах вещах, в десятки тысяч вещах благословлял. Я видел Его руку. И теперь наш Господь. Он хочет, чтобы это Евангелие через братьев и сестер наших распространялось не только в Корее, но и по всему миру. Когда мы занимаемся этими делами, то рука Господа Бога будет всегда пребывать в этом деле и вместе с нами. Я верю в это, дорогие братья и сестры. Каждый день я ем ради Евангелия, я одеваюсь ради Евангелия, езжу на машине ради Евангелия, ради Евангелия я зарабатываю деньги. Чем бы вы ни будете заниматься, ради Евангелия, ради Господа вы делаете. И тогда это Евангелие. Чтобы действительно не испортилось, давайте будем охранять, чтобы Евангелие распространилось до края земли. В Тихом океане есть множество островов. И есть еще неразвитые регионы, где еще люди даже не одеваются. Но там люди сейчас получают спасение и Европе, и Латинской Америке. До да края земли, чтобы Евангелие распространилось. Почему? Потому что это угодно Господу Богу. В 2019 году да, уже прошел, и отмечая Рождество, что, с чем мы пришли? Используйте все ваши сердца ради Господа. А ради Евангелие, отдайте себя, как волфы. Да, может, не золото, не ладан, не смирно. Однако нас, которые были во грехе, Он ведь спас, чтобы в этом Рождестве все мы. А это не мое, это Господа Бога. Эти пальцы, да, это пальцы Господу Богу принадлежат. И это уста принадлежат Иисусу. Господь отдал свою жизнь за меня. и я тоже отдаю себя Господу. Даже, может, кто-то из вас пожилой и думает, ладно, поживу и умру. Но пока уста наши открываются, давайте будем передавать Евангелие. И пока могут двигаться уста, будем жить ради Евангелия. И когда мы окажемся Царством Небесным, я желаю, чтобы вы могли вместе радоваться. И да, освободите от лишнего ваше сердца от всех мыслей, которые являются мыслями, которые противоречат Евангелию, вы оставьте. И тогда я верю, что благословение Господа будут переполнять, будут вас. И через нас будет Евангелие распространяться по всему миру. И я верю, что многие люди спасутся через нас.